Пресс-служба радио «Радуга» представляет. Минута новостей. В студии радио «Радуга» Юлия Рогова. Доброе утро. В эфире Первого народного. Минута новостей. Коротко о главном. Президент Гитанас Науседа, который вчера дистанционно общался с главами семи самоуправлений Клайпедского края, был доволен их успешным сотрудничеством, но обеспокоен тем, как обеспечить безопасность людей от коронавируса во время активного курортного сезона на побережье. Еще одна смерть была зарегистрирована в Литве, чему способствовала инфекция COVID-19. Человек, относящийся к группе риска с сопутствующими заболеваниями, умер в Клайпедском хосписе. Министр здравоохранения Аурелиус Верига считает, что предсказание второй волны коронавируса осенью – это лишь один из возможных сценариев, который не обязательно сбудется. Оказывается, Клайпедское самоуправление, выдающее разрешение на вырубку деревьев, не контролирует, выполняются ли работы должным образом. В апреле индекс доверия потребителей упал больше всего за 20 лет. В этом месяце 73% населения заявили, что экономическая ситуация в стране ухудшится в течение следующих 12 месяцев. Бесплатная национальная единая телефонная линия эмоциональной поддержки 1809, которая начала действовать во время карантина, за этот период приняла звонки более чем от 1000 жителей страны. На конференции, организованной вчера экономической группой по пандемии, обсуждались меры, принятые соседними странами для спасения своей экономики и какие меры должна принять Литва. Руководитель НАТО Йенс Столтенберг впервые прокомментировал кампанию дезинформации о том, что в Литве было распространено поддельное письмо, написанное от его имени, в котором ложно сообщалось о выводе войск из Литвы в связи с коронавирусным кризисом. Это была минута новостей на Первом народном. Служба информации «Радио Радуга» продолжает свою работу. Служба «Радио Радуга» представляет. Минута новостей.